Сегодня Всемирный день распространения информации об аутизме. Во многих городах мира 2 апреля проходит международная акция «Зажги синим». Фасады зданий загораются соответствующей подсветкой. В Сургуте в небо запустили сотни синих воздушных шариков. Это делают для того, чтобы еще раз привлечь внимание к проблемам детей дождя. Наш город присоединился к акции не в первый раз. На митинге присутствовали представители администрации, думы и общественности. Сегодня люди с ментальными особенностями, дети с ментальными особенностями занимаются творчеством, общаются, некоторые даже пишут компьютерные программы. И для того, чтобы создать все эти возможности для людей, для детей с ментальными особенностями, мы должны всего лишь навсего понять, что эти люди принимают мир и видят мир совершенно по-другому.